Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра. И кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой? И перед кем же мне извиняться? Мне уступает, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужит скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот своих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Руслан Зъяченко. Готовится Анатолий. На сцену приглашается Анна Герасенкова. Номер 472.